Колонна грузовиков продолжает свой путь, и ничто их не остановит. Идем на таран вертолета противника. Эй, вы чего стреляете? И горюшины, и груши. Привет, ребята, сегодня у нас Урал, технопарк. Привет, ребята, у нас сегодня действительно технопарк, но действительно и Урал. И мы никак не можем найти этот фургон. Да, фургон «Газель» оранжевого цвета, ремонтный, мы никак не можем найти. Ну, поэтому пока что находим всякие грузовики. Ну, давай, быстрее открывай и показывай ребятам. Техники. Открывай скорее, ура! Чтобы показать. Вот он, да, да что ж такое случилось с тобой? И еще. И тут еще есть такси. Да. О! Там все, никаких ничего больше нету там. В этом. Там бумажек. Есть. Бумажка есть. О! Ну-ка, давай покажем ребятам. Посмотрите, ребята, какой. А список. Потому что она маленькая машинка. Список у технопарка. Выбирай любую вообще. Вот просто теперь у нас есть книжка, мы теперь знаем, что есть. Ты уже начинаешь гонять? И у него, смотрите, снимается. Снимается верхняя крышка, откидывается борт, двери передние. Много всяких функций, да, у этой машины? Это механизм-то есть? Капот не открывается, к сожалению. Все ждем. Есть! О, все ждем, когда же они начнут делать капот? Ну, пока и этого нормально. О, ускорение-то какое. И смотрите, на капоте что-то написано. На капоте Гентра. Крутая машина военная коммуникация. Да. Ведь это же Урал. Ну что, что будем с ней сегодня делать? Мы будем с ней вместе играть с моими друзьями. Ну, которые из технопарка еще были. Отлично. Самосвал и там еще этот бортовой ЗИЛ. Давай достанем. Два ЗИЛа и вертолет. Давай достанем и сравним. Смотрите, ребята, наша коллекция военных технопарков. Да, вот у нас... Три военной техники, прибавилась четвертая, да? Все это технопарк. У нас есть еще технопарк «Полицейская Веста», но она к военной технике не относится, поэтому мы ее сегодня не будем. Самое интересное – это вертолет. Вертолет, вертолет, вертолетище. Вертолет, вертолет, вертолетище. Ага. Вот они, наши грузовички и суперский вертолет, да? Да. Ну что, вертолет там, по-моему, был даже со звуком. Полетели! А еще есть какой-то звук там? Нет. Да, должен еще раз нажми, там будет. Вот. Вам конец! Вот вам и технопарк. Эй, вы чего стреляете? Сейчас вы у нас получите! А-а-а! Вы нас не догоните! Ну ты даешь. Помогите! Он меня пробил! Я гремела! Помогите! Он меня стреляет! Вертолет сделал свой вылет и вернулся на базу. Но его быстро вычислили наши грузовики и протаранили его. Идем на таран вертолета противника. На тебе! Что вы наделали? Так тебе и нужно, вертолет противника. Это была небольшая зарисовочка с военными действиями. Вертолет противника вышел из строя. Уже не может адекватно стрелять, летать. Ай-яй-яй! Но я могу вам! А колонна грузовиков продолжает свой путь. Колонна грузовиков продолжает свой путь, и ничто их не остановит. Ребят, ну у нас была такая целая коллекция, и они победили наших соперников. А помог им в этом? Вот Урал. Урал, наша новая машинка от технопарка. Ну что, пойдем искать противника? Да. До новых выпусков. Пока. Выбирай любую и подписывайся на канал Игорюшины Груши.